Здравствуйте, я Екатерина Чернышова. Я расскажу вам басню Крылова «Ворона и лисица». Уж сколько раз твердили миру, что лить гнусна, вредна, но все у них прок, и в сердце льстец всегда отыщет уголок. Вороне где-то Бог послал кусочек сыру. На ель ворона взгромоздясь, позавтракать было совсем уж собралась, да позадумалась, а сыр во рту держала. На ту беду лиса близёхонько бежала. Вдруг сырный дух лису остановил. Лисица видит сыр, лисицу сыр пленил. Плутовка к дереву на цыпочках подходит, вертит хвостом, с вороны глаз не сводит. И говорит, так сладко чуть дыша, голубушка, как хороша. Ну что за шейка, что за глазки, рассказывать так право сказки. Ну что за перышки, какой носок, и верно ангельский быть должен голосок. Спой, светик, не стыдись, что ежели сестрица при красоте такой и петь ты мастерица, да ты бы у нас была царь-птица. Вещуньи нас похвал, вскружилась голова, от радости в забу дыханье сперла, и на приветливые лисицы на слова ворона каркнула во все воронье горло. Сыр выпал, с ним была плутовка такова. До свидания.